Ух, да, детка, мы снова в деле. Всем привет, друзья, с вами Спикер, и продолжаем прохождение Дума на ультраграфике. У меня новый ПК, чуть позже, конечно, расскажу. А сейчас мы находимся в аду, и нужно идти, походу, отсюда выход. Либо вход. Хорошо, у нас есть двери, дверь открывается, у нас сохранялка получается, и у нас бесконечное количество патронов. У нас все виды оружия. Реально можно испробовать уже все виды оружия. Очуметь. Вот дробовичок, мне кажется, гораздо круче будет. Вернитесь на Марс. Окей, понятно, у нас есть задание, и нужно вернуться на Марс и, видимо, отыскать этих ребят. Возможно, они остались живы, а возможно и нет. Ну что, где наш первый мутант? Мне хочется как-то уже маленько пострелять, так вижу. Хороший выстрел, он просто в мясо. Ну-ка, прям к ним нужно. Прям к ним уже, прыжок. Окей, прям к нему. О, походу, жесть. Так, он, походу, в мясо просто его. Его просто нет. Жесть. Как соскучился, реально подумал, у нас практически 120 FPS, это просто очуменно круто. Так, 80 метров нужно именно в ту сторону. Хорошо, ну, ребята, давайте, один выстрел и просто хана. Ну, как же красиво было это. Это тоже хана. Три патрона, три трупа. Ну что, кто у нас следующий? Даже они, ребята, появились. Так, секундочку, нужно взять другую. Ах ты, жесть, набирает энергию. Неплохо. Ребята решили пойти уже в атаку. У нас, в принципе, есть супер-пушка. И... Нифига она стреляет. Обалдеть. Вот это пушечка. Жесть, это реально круто. Да, пушки крутые. И у нас реально бесконечное количество патронов. Ну-ка, давай-ка еще разок ей же. Он просто реально никуда не делся. Ну-ка, еще разок. Мне реально понравилась эта пушка. Его можно добить. Сейчас вот так. Красиво как-то. Ух ты, жесть. Так, соберем бронь. У нас бронь максимум, у нас получается 200% жизни. И у нас практически 150 патронов брони. Так, хорошо, посмотрим еще другую. Ух ты, жесть, там, походу, рекидом здоровы уже. Хорошо, у нас есть ракетница, мне очень нравится всегда. И сейчас маленько популяем, просто в мясо. Ну что, ребята, довольно много. Какие бугаи, обалдеть. У нас, по идее, есть у нас есть наводка даже. Ну-ка, секундочку, хочу навестись. Ух ты, да, вот это крутая пушка, мне на чертовски нравится. Хорошо, ребята, какие они шустрые-то. Наводку делаем на мутанта побольше. Он еще живой, конечно, живой, потому что он реально здоровый. Какой же здоровый он. Нужно еще гренками. Закидаем парочку гренок еще. Тут еще и второй есть. Очуметь. Вот этому. Походу их тут слишком много. Так, у нас слишком быстро падает бронь. Так, уходим, уходим. Просто в мясо. Держи греночку, друг мой. Походу им просто хана. Этому тоже хана. Где-то остались еще парочку. Ребята, наводка по швам. Такой можно бить. Сейчас его добьем как красиво. Ну-ка, спите. Оторвали, сунули в глотку. Вот это круто. Очуметь. Это дум просто. И ничего лишнего, детка. Так, хочется его так это тоже добить. Нет, не получилось. Так, броню мы соберем. Так, кто еще остался? Походу еще парочка ребят осталось, его можно добить. Сейчас красиво тебя добьем. Так, держи ракету. Так, его уже нет больше. Его больше нет. Где-то еще кто-то держит рычаг. Он вижу ребятишек. Прям на водочке. Реально, наводка очень круто. И сразу двоих убили. Обалдеть. Тебя можно без наводки. Тебе без проблем. Там еще ребята появились. Наводка и просто... Чеметь. Вот эта пушка. Это реально мега пушка. Хорошо, на другую уже. Нужно пробовать все подряд. И сейчас его добьем красиво. Вот так просто об коленка. Как мы можем добить его? Сейчас добьем тебя, уродец. Так, кто у нас следующий? Походу и все. Хорошо, у нас открылась дверца, и у нас есть... Так, окейшки, вижу. Там у нас что-то есть. Сейчас подберем и соберем, конечно, патроны. Хотя, какие черту патроны, у нас бесконечное количество. Так, у нас есть ключик, и нужно найти дверь. Хорошо, найдем эту желтую дверь. Так, вот там, конечно, у нас есть, тоже есть какая-то дверь. Да, у нас там получается синяя. Хорошо, патрончики нам не нужны. И они даже не собираются. Окейшки, где нужна бронь? Мне нужно 150% брони. Хорошо, пойдем вернемся обратно уже. Так, нужно вон подниматься наверх. Так, реально у нас бесконечное количество патронов. И как-то... Так, это что у нас такое? Это у нас максимум, у нас это жизни. Вот наша желтая дверь, сейчас откроем и посмотрим, что нас там ожидает. Держится около 120 FPS, и, в принципе, мне это очень нравится. Ну, пойдем зайдем. Так, вижу чувака. Но у него ничего подобрать нельзя. Хорошо, что у нас тут есть еще? Испытания? В первую эпоху, в первой битве,
когда тени впервые стали длинными. Окейшки, пойдем дальше. Стоял один. Ух, вот так походу у нас выглядит ад. Ну, в принципе, ничего себе. Хорошо, ребята, давайте посмотрим, что у нас есть. У нас есть пушка, мне нужен дробовичок. Вот именно такой дробовичок. Очуметь. Это реально мегру. Обалдеть. Ух, просто в мясо. Так, ну что, у нас довольно большая площадь, и походу здесь будет довольно жарко. Ну, ребята, сейчас разберемся с вами. Просто. Эх, жесть. Там, походу, там ведьма у нас. Как же ненавижу эту ведьму. Ты бы как бы знал. Хорошо, найдем хорошее укрытие и будем вести уже огонь из укрытия. Дробовик у нас далеко не берет. Нормально. Такой можно бить. Сейчас красиво оторим руки, ноги. А вот ведьму, конечно, я не очень люблю. Пришли здорово. Так, уходим отсюда. Отсюда мы уйдем и, наверное, скроемся прямо отсюда. Ух, ничего себе. Уже здесь появился. Сейчас мы его добьем. Так, ведьму нужно тоже по-быстрому уничтожить как-то. Как же ненавижу эту ведьму я. Так, у нас, в принципе, есть ракета. Сейчас ракетами гряночками закидаем. Какого черта происходит? Так, ведьма. Ведьму нужно сразу уничтожить. Как же ненавижу я. Его можно добить уже. Она уже мертва. Это круто. Так, походу, все. Нет, еще парочка ребят осталось. Так, еще где-то сверху пуляется. Сейчас, секундочку, ребят, я заберусь прямо к вам и уже разберусь. Так, секундочку, еще одна ведьма получилась. Так, хорошо, у нас... Где наша ракетница? Нет, реально мега-ракетница. Паша, ракета уже прям ведьму. Отчуметь, его можно добить уже? Сейчас наводка и добьем ее как-нибудь. Походу, все-таки добили. Так, у нас получается мало припасов. Ух ты, жесть, нам все-таки, да, получилось. Не максимально. Секундочку, что, ребята, за мной гонитесь? Так, давай-ка перезарядку. Быстренько перезарядку уже. Так, он готов. Вот таким макаром. И нужно добивать уже их. Так, у нас кончится ракета. У меня кончится ракета. Их чертовски много уже. Теперь придется, наверное, поэкономить патрончики. Это будет гораздо интереснее. Так, уходим, уходим. У нас уже жизни. Тут довольно жесткое было столкновение. Ну, ребята, подходим. Как он появился быстренько. Это просто в мясо. Так, еще парочку. Еще парочку ребят и можно добить. Там у нас будет жизни. А у нас там будет жизни, даже нет бронь. У нас есть бронь. Ребята вдвоем стоят. Это, конечно, найс. Так, можно добить тебя. Тебя добьем и... Ух, сколько их там? Тебя тоже можно добить. Сейчас быстренько тебя добьем. Так, соберем жизни. Где твои жизни? Они появились. Появилась бронь. Ах ты да, третий готов. Вот так просто в глотку. Так, походу все, друзья. Так, 80 метров нужно именно в ту сторону. Хорошо, соберем, наверное, патроны, припас. У нас реально уже припасики кончаются. Но, в принципе, у нас кончились ракеты. Это, конечно, очень печалька. Так, что у нас есть снизу? Снизу тоже нужно подобрать. И уже отправимся дальше. Так, мне кажется, я тоже все подбирал. Сверху у нас ничего нет. Секундочку, есть что-то у нас внутри. Окейшки подобрали. Ну что у нас? Открылась дверь. Окейшки, пойдем посмотрим. Очуметь, это просто жесть была. Так, у нас бензопива. У нас есть бензопива уже. И, в принципе, она не подбирается. Так, мне кажется, мы вернулись туда же. Поднялись колонны, и нужно подняться, видимо, наверх. Ну, хорошо, давайте-ка подниматься. Припасики нам, конечно, будут нужны. Так, прям наверх самые. Да, прямо отсюда можно забраться на самом верх. Хорошо, главное аккуратно подняться и не упасть вниз. Падать придется нам довольно... Так, секундочку, там есть бронь. На 60%. И там, наверное... А, там можно было подняться именно там. Хорошо, не будем тратить время. Не будем уже поднимать эту бронь. Я надеюсь, я совсем справлюсь. Так, у нас тут есть. И у нас открылась... В гробницу. Ну что, пойдем уже посмотрим, кто у нас там будет. Вот так, по черепушке. И просто вручную добьем их. Эх, ребята, нет, придется уже, наверное, так. Просто сразу целиком вас. Слишком много перезаряжается. Так, секундочку, мы переместились. Это просто перемещалка такая. Так, у нас есть синий ключик, и я знаю, где находится синяя дверь. Так, секундочку, нужно вернуться обратно и подобрать там уже припасы. Так, аккуратненько вернемся. Да, больше никого нету. У нас тут есть припасов довольно много. Значит, там что-то будет у нас довольно интересно. Так, окейшки подобрали. Так, у нас теперь появилась ракета, надеюсь. У нас снова бесконечное количество. Как-то же странно. Хорошо, отправимся уже дальше.
открылась дверь, и мы появились. А, я все понятно. Держи, просто сразу смятку. Как тебя добьем? Возможно, будет даже... Да, есть бронь. Есть бронь, он будет набирать энергию. Как симметрично было все это. Так, походу, уже один внес. Это тоже красиво подлетел. Так, у нас бронь не подбирается. Хотя не подбирается максимальное количество уже. Ну что, мы спускаемся снова вниз, и там... И там снова у нас появились мутанты. Что ты бегаешь вот вокруг меня? Так, секундочку, у нас есть бонусы. Есть бонус, нужно подобрать. У нас новые мутанты. Ух ты, жесть. Я, кажется, не подобрал бонус. Сейчас нужно вернуться обратно. Видимо, что очень полезно будет. На 4-кратный урон. Но это, в принципе, очень круто. Хорошо, спускаемся чуть пониже. Вот таким макаром просто... просто разрывается. Тут еще ребята появились. Сейчас разберемся по-быстрому. Конечно, нужно по-быстрому, пока у нас 4-кратный урон происходит. Так, где его подберем? Ух ты, жесть, сколько их у вас? Это просто смятку сразу же. Так, у нас есть, в принципе, ракета. Ребята слишком далеко. И наводка пошла. Ух ты, да, это было красиво. Так, я тоже. Ух, как подлетел-то. Так, где-то сейчас сверху у нас. Давай же наводка. Он спустился ниже. Я даже не знаю, мертвый, не мертвый, валяется. Где-то даже перелетел. Где-то есть еще у нас, походу, сверху. Ну, я... Ух, не больше никого не вижу. Хотя нет, ошибаюсь. Это было хорошо. Можно в рукопашку добить уже. Кажется, слишком рано. Об коленку и прям черепушку. Это было круто. Да, ребята прыгают прямо вокруг меня. Так, он еще живой. Можно, в принципе, вручную забить уже. Как бы вручную уже. У нас кончили припас практически. Последний выстрел. Эх, он еще живучий. Какой живучий. Так, мерзавец. Готов. Так, музыка еще играет. Где-то остался кто-то есть еще. Так, секундочку, у нас есть походу жизни. Музычка закончилась, и все чудесно. Так, я вижу, у нас есть припасы там. Подберем, нам уже теперь будет патрон. У нас снова у нас не бесконечное количество. Какой-то, видимо, глючок произошел. Так, у нас там есть бронь, а нет жизни. И нам именно вот сюда нужно пасть. Так, секундочку, музыка у нас еще играет. Кто еще остался? Эх, ребята, сколько их там еще? Их довольно много еще. Сейчас повеселимся. Так, где его мы подберем? Так, прям сверху. Откуда тут появился прям передо мной? Ну, чего? Нужно быстренько гасить его уже. Как не очень тут уютно с тобой стоять. Так, он готов. Остался еще один, кажется. Давара граната его. Это было красиво. Он снова к нам летит. Сейчас ракетами тебя добьем. Так, это готов, это тоже готов. Нет, еще живучий. Ух ты, да, это была жесть. Так, ну походу все, нет, еще остался один. Откуда не появляется? Сколько вас тут, ребят? У меня реально уже кончаются патроны. Так, у нас есть еще одна ракетка. А он, мне кажется, жив был мертвый. Так, ну что, дверь у нас открылась, и можно продолжить свой путь. Вставляем ключик и продолжим. Сим, откройся. Ну что нас там ожидается? Мы реально уже в аду, и уже страшнее некуда. Так, патрончики нам нужны, конечно. Это, походу, у нас есть ракета. Да, у нас 15 ракет появилось. Это реально чудесно. Ну, у нас ребятишки... Ух, там есть здоровый. Так, пускай что-то ближе подходит, и, наверное, всех вместе можем просто уничтожить. А хотя можно и вручную уже. Вот так, об коленку. Следующий, сказал заведующий. Ребята, держи ракету. Так, пускай подходит поближе. Вас можно просто добавочком добить уже. Вот я просто сразу двоих. И об коленку. Так, уходим сразу назад. Так, ну что, подходит к нам поближе? Можно закидать гренками уже. Пошла греночка. А он довольно такой страшный, сказал бы я. Ох, кусок мяса полетел сразу вниз. Ох, там еще один есть. Здесь там есть какой-то бонус. Нужно быстренько его взять. Сейчас пролетим прям бонуса. Что у нас неуязвимость? Ух ты, да, сейчас мы просто покажем здесь. Кто здесь хозяин? Так, давай побольше. Побольше пушку уже. Реально, это то, что нужно. Так, хорошо, у нас 30 метров. Нужно именно в ту дверь. Музыка играет, кто еще остался. Так, у нас есть неуязвимость. Она уже практически прошла, так что уж нам не поможет. Так, давай прыгай наверх. Так, мы уже наверху. И нас никто даже не встречает. Походу, как-то я ошибался. Ох, у нас тут есть новые мутанты. Кажется, из первого дома я помню такие черепки. И они просто, кажется, взрываются. Если мне не изменяет память. Но, ребята, подходим, сейчас разберемся.
какой-то косой. Сейчас спущу свою ракетку. И походу сразу смятку, не даже живой остался. Хо-хо. Теперь точно готов, и можно этого добить уже. Сейчас добьем красиво. Он, походу, просто взорвался. Да, помню, с первого дума были такие черепки, и они просто взрывались. А чё иметь? Да, просто красиво для смотрится. Хорошо, еще играет музыка, кто-то еще остался. Сейчас найдем, кто у нас остался. Мы находимся на платформе не очень удобно. Кто первый? Кто из вас первый? Вот первый. И последний остался, его можно так добить уже. Так, стучки, тебе нужно... Как же не вижу этого. Так, он готов, может спуститься чуть дальше. Как понимаю, нужно открыть эту дверь. И нужно даже не знать, где она находится у нас. Ну хорошо, пойдем уже выше. Так, припасики нам нужны будут. Какие-то рисунки вижу. Так, мы наверху, я никого не вижу. Хотя нет, ошибаюсь, то у нас есть парочку. Ну что, ребята, держи. Сейчас повеселимся. Так, прям ракетка. Да, помню таких существ из первого дома. Они тоже довольно симпатично нравились. Они всегда летали поверху, их не очень-то и удобно уничтожать. Сколько мяса от них. Так, вижу, маячок находится тут. Знаешь, у нас были. И вижу, маячок вон там находится. Нужно отправиться, видимо, именно вон туда. Хорошо, что он с припасами. Так, вот у нас есть труп здесь. Так, вижу, есть бронь. Можно спуститься там, собрать бронь. И, конечно же... Так, мне кажется, вон туда нужно отправиться. Открывается дверь у нас там. Хорошо, соберем теперь припасом. И нужно, кажется, там прям поверху забраться. Так, окейшки, нужно спуститься снова туда же. И попробовать... Да, возможно, там и можно подняться. Припасов у нас довольно нормально. Мне кажется, дробовичок нужно почаще использовать. Слишком много патрончиков на него. Так, где его подберем? Меньше 100 FPS не проседает, и мне это реально нравится. Чуть позже, конечно, расскажу вам, какой у меня ПК новый. И... Так, мне кажется, наверх придется. Так, главное, аккуратно нужно. Так, теперь это, видимо, опускается и поднимается. Нужно подождать, пока она опустится. О, готово. Нет, кажется, рано. Слишком опоздал. Тут как-то даже очень стало тихо. Так, кажется, спустилась. И сейчас будем прыгать. Ну что, мой друг, давай-ка. Ох, да, это получилось. Круто. Она чуть поднимается выше. И прыгаем уже на следующее. Прям к маяку. 7-7, откройся. Ну что, идем дальше. Я думаю, там будет довольно... Ох, мы практически у каких-то врат уже. Ну что, разберемся уже? Так, вижу одного. Так, вижу второго. А вот эти существа, конечно, я не очень люблю. Эх, ребята, сейчас нужно одним разом. Фу, как круто получилось-то. Так, хорошо, не будем спускаться вниз. Можем держаться дистанции. Мне кажется, издалека уже гасит меня. Они, мне кажется, уже просто заметили. Хорошо, спускаемся ниже, разбираемся где-то. Вот так просто в харю. Просто в харю добиваем. Жесть, сколько у тебя припасиков. Сейчас берем. Быстренько соберем это дело. Так, у нас есть бонус. У нас ускорение. Ух ты, какое ускорение. Очуметь. Держи, чувак. Это было красиво. Тоже держи сверху. Тоже просто в смятку. Так, ребята, поедем прямо передо мной. Сейчас, наверное, все-таки разберем с тобой по-быстрому. Так, он готов. Забираемся повыше. Ускорение практически уже кончилось. Мне точно 50%. Довольно удобно, особенно против таких мутантов, которых можно быстренько уворачиваться. Так, у меня мало припасов. Мало припасиков, нужно использовать что-то другое. Так, ну что, у нас есть бластер, нужно тоже его использовать. Нужно все виды оружия. Тут сзади меня прессует. Ну, сейчас постоит на месте, и мы просто... Там еще ребята подбегают. Так, хорошо, у вас, в принципе, есть ракета. И сейчас ракетами прям кучка. Реально, нужно кучкой вас. Ух ты, да, это было круто. Какой живучий, там еще есть парочка. Так, и нужно, видимо, к этим дверям. Но еще у нас остались парочку. Сейчас нацелимся, и прям в него. Просто смятка, это было круто. Так, что у нас есть очень много припасов. Нужно пойти все это дело собрать. А у нас там, походу, есть новый мутант. Всего лишь у нас 7 ракет осталось. Хорошо, уже один на один. Используем все виды оружия. Так, пошла гренка, еще одна гренка. И кончились греночки уже. Так, чувак, ты еще живой остался? Фу, походу, огнемет какой-то. Так, сейчас тебя добьем по-быстрому. Ну, так просто вкарю и все. Так, его теперь можно добить. Сейчас засунем твое сердце в глотку.
Сожри. Собираем. Походу и все. Хорошо, быстренько собираем припасы и двигаемся дальше. Это на что это такой бонус? Это его подберем. процентов у нас броня. В принципе, броня мне не очень-то и нужна. Так, что он сверху? Нам нужны припасики на оружие. Это тоже нужно. Давненько я не использую бензопилу, нужно будет как-то ее использовать. Так, у нас снова бесконечное количество патронов. У нас снова какой-то глючок, и меня это снова радует. Мутантов становится все больше и больше, а нам нужно использовать новые уже виды пушек. У нас реально есть вот такая пушка. Хо-хо. Я еще ни разу не испробовал, и хочется как-то ее побыстрее использовать. Ну, у нас кто будет первая жертва? Так, у нас маячок получается именно тут. И посмотрим, куда идет дальше он. Так, окейшки, кажется, я понял. Так, робот нам, походу, уже не нужен больше. Так, походу, нам спускаться вниз нужно. Ребята куда-то отступают, и кто-то, видимо, есть раненый. Так, ну что, двигаемся. 7-7, откройся, и мы уже в новой локации. Так, ну что, обалдеть. Кто у нас будет первая жертва? Так, музыка у нас заиграла, и будет первая жертва. Сейчас проверим нашу пушку. Реально мега-пушка, там уже кто-то... Вот, и... Ух ты, жесть, какой-то здоровый уже. Так, ну, в принципе, есть гренки, его как-то... Что это было? Походу, всего лишь одна гренка, и просто всех разорвал. Ну что уже, у нас есть... Ух ты, жесть, походу, какой-то новый монстр. Сейчас с тобой разберемся, но это реально... Просто в харю, просто в харю. А вот так, мне кажется, гораздо круче будет. Фу-фу. Его, кажется, слишком быстро его как-то уничтожили. Ну что, ребята, проверим уже против как у вас. Эта пушка работает. Эта пушка просто реально мега. Так, можем удавить его. Хорошо, слишком быстро не будем их уничтожать. Просто возьмем дробовичок и с помощью дробовичка будем их гасить. Ну что, ребята? Так, в рукопашку уже. Ну что получилось? Нужно сперва дробовичком, потом уже... У нас, походу, появилась ведьма. А вот ведьма, конечно, мне не очень-то и нравится. Как же на пуляй-то? У нас, в принципе, есть ракета. Входим. Паша, ракетка. Вот ты да. Так и можно видеть. Сейчас добьем с помощью ракеты. Все, оно в мясо. Так, соберем бронь и жизни. Ну что, ох, у нас еще один мутант. Прям замельку и готово. Ну что, уже против такого мутанта у нас всего две ракеты. Как же пуляет, обалдеть. Ну хорошо, против дробовичка уже можно с помощью дробовичка уже использовать. Даже не знаю, сколько его гасить можно. Здоровый. Такой кон, нужно когда идет в атаку, нужно так. Какого черта уже этот же дум нужно просто прессовать уже. Это и все что ли? С помощью дробовичка мы офигенно просто уничтожим. Мне кажется, еще кто-то респаунулся. Ох ты да! Ненавижу этих. Так, мы взяли, походу, 4-кратный урон. Ох, как круто. Так, еще есть парочка. Ну, ребята, подходим, давайте разберем с вами. Вот таким макаром. Так, кто из вас следующий? Вот таким. Отсмень. Как же обожаю этих ребят. Так, походу и все, не тут появился кто-то еще. Сейчас мы как-то разберемся по-другому. У нас есть дробовичок, у нас есть пушка, уходим в сторону. Секундочку, у нас есть вот такая пушка. Ну-ка, сейчас проверим, как она будет. Вот так. Хо-хо-хо. Просто с одного выстрела. Только ножки остались. Там есть еще один такой. Можно еще разок проверить? Пока что я промахнулся. Так, у нас появились патроны. Ну, давай проверим. Какой-то живучий. Давайте уж таким макаром. Хорошо, ребята, подходим поближе. Сейчас с тобой... Ух, да, хочу тебя добить. Ох ты, жесть. Он просто отрывает рога и просто круто смотрится. Да, походу, в ту сторону. Хорошо, соберем припасики. У нас снова патрончики появились. И сейчас будем собирать уже. Так, есть бронь. У нас есть патрончики. Максимум на здоровье. Ну, сколько тут патронов. Ух ты, жесть. Может спуститься туда, наверное. Сейчас спустимся и соберем. Так, у нас будет максимум бронь, и тут довольно большие припасики. Так, можно было спуститься даже сюда. А здесь, походу, мне кажется, это как кислота, что ли. Да, очень похоже на кислоту, но все нормально. Так, мы отсюда перешли. Ну, хорошо, вернемся обратно уже. Так, может тут подняться, интересно будет. Двойной прыжок, и он цепляется. Окейшки, идем дальше. Так, что у нас получается? Да, именно в ту сторону. А тут довольно ничего. Можно, конечно, и пожить в аду. Так, это какие-то бочки. Это бочки взрываются.
Они мне, конечно, не пригодились. Какого черта? О, сколько вас тут ребятишек-то! Ну хорошо, пошел рукопашку уже. Всем можно в сторону уже. Пошел рукопашку. Руки, ноги поотрываем. Обстынь просто. А можно просто кинуть гренку. Ну-ка, ребята, держи греночку. Оставшиеся уже таки можно. Ну что же, прям в спину меня? Это как-то не по-спортивному. Так, у нас закрыты двери, нужно найти другой обход. Сейчас найдем другой обходик. Там какой-то мочиво у нас. Походу мутанты все-таки против друг друга еще и дерутся. Хорошо, возьмем ракетку. Так, Паша, наводка. Ну, пускай, наверное, друг друга перемочат. Потом уже подойдем мы и разберемся. А какого черта Паши ракетки? Так, еще остались. Они реально гасят его. Нужно помочь. Интересно, кому нужно помочь-то? Так, может тут спуститься, наверное. Так, аккуратненько спустимся. Кажется, уже прессует меня. Так, промахнулся. Так, выдал с мятком. Так, еще один остался. Ух ты, да, ну-ка прямо. О, как и хотел. Но уже, в принципе, был труп, и я просто труп отлетел. Так, нужно аккуратненько спуститься. Так, бронь брать не будем, слишком как-то опасно. Ух ты, да, ребятишки, ну что, у нас есть, в принципе, наводка. Наводка не работает. А нет, работает. Паши ракетки, родные. Так, он еще живой остался. Какого черта, давай-ка другого. Так, пускай поближе подходит. Так, мимо. Это тоже мимо. Поближе подходим. Вот еще разок. Так, это готов. Чуть поближе. О, просто готов, красиво. Так, ну что, спускаться, наверное, видимо, именно вот сюда нужно. А тут довольно высоко, я скажу вам. Так, прям по цепям. Так, у кишки мы на земле. Мы на снова твердой земельке. Ну что, к нам следующее. Ребята, ну что, давайте-ка вручную уже. Маленько разомнем наши ручки. Там, кажется, здоровый мутант подходит. Ух ты, да, здоровый еще какой. Так, давай-ка еще разок я. Так, соберем бронежа. Давай-ка закидаем гренками его. И прям можно в каре. Прям в каре его, он уже даже дерется. Какой ты страшный-то. Какой ты страшный серый волк. Оторвем, засунем тебе в глотку куда подальше. Так, ну что, поднимаемся выше. Так, вижу, маячок мигает вверху. Значит, там именно в ту сторону. Ну что, у нас есть парочка зомби, кидаем на рогиночку. Сейчас ребята подорвутся. А тебя можно просто добить уже. Твои ребята уже просто мертвые. Ух, тут аккуратно будет. Надо будет аккуратней. Так, ты уже мертвый. Максимально с патрончиков. И нам нужно подняться. А, вижу. Вижу маячок. И в битве с черными душами обреченных. Черные души. У нас, походу, смех. Очень черная душа. Для его крестового похода Серафим даровал. Так, вижу, ребята, снова у нас какой-то строй бойня. Ну, давай прям к ним уже. Ох, тебя можно добить уже. Сейчас тебя добьем. Вот так просто по печеням и готово. Реально какая-то войнушка устроили. Между собой. Так, сейчас поможем. Ну, сразу троих. Так, остался всего лишь один. Нет, осталось двое. Так, остался живой. Какого же ты остался живой? Набирает энергию и, походу, слишком поздно как-то. А тебя уже вручную. Как же обожаю эти скелетиков. Хорошо, что у нас есть припасиками. Соберем, конечно же. Нам нужна еще будет бронь. Тут у нас ничего хорошего нету. Так, хорошо, у нас тут снова бесконечное количество патронов. И можно снова повеселиться. Эх, сейчас повеселимся. Держи. Остались рожки да ножки. Так, эта штука, видимо, у нас взрывчатка, нужно будет поаккуратнее с ней. Так, по маяку у нас, по идее, нужно именно в ту сторону. Ну, давай-ка выйдем, посмотрим. Сейчас должен быть поворотик, наверное. И спускаемся ниже. Только главное поаккуратней. Так, вижу, у нас бонус есть. У нас бонус, и, походу, будет очень большая заварушка. Ух ты, да, нас ждет заварушка. Так что быстренько возьмем этот бонус. Так, берем у нас четырехкратный урон. Ну, где, ребята, держите, у нас бесконечное количество патронов, и сейчас мы разберемся. Давай-ка прям на водочке. Когда даже все покраснело. Мы уже реально в самом аду. Давай-ка ракетами его. На четырехкратный урон, и можно просто взять дробовичок уже, и просто дробовичком гасить, потому что у нас реально крутые пушки уже стали. Так, я просто в жесть, я прям издалека и в мясо. Хорошо, поднимаюсь выше. Хотел сказать, выше уже прям перед мной появился. Так, еще один появляется. А ты откуда тут взялся? Родной ты мой. Давай-ка быстренько его загасим.
Так, все, четырехкратно закончился, и будем уже по привычке. Прям за мной бежит, прям за мной, еще гасит меня. Какого чёрта происходит? Паша, она вот да, просто жить происходит. Сколько вас туда? Реально, все собрались мутанты. Мне на вас не жалко патронов, ребята. Мне на вас реально не жалко патронов, и сейчас просто мы уходим. Нам реально нужно уходить уже. Давай, как крутой пушкой, вот таким. О-о-о. Просто реально разорвали. Там еще подошел один. Сейчас все тоже нацелимся. И таким макаром. Еще разок давай-ка еще. Слишком много перезаряется, что ли, наша пушка? Просто в мясо. Обалдеть. У нас снова появились патрончики, и снова нужно будет собирать. Как даже странно уже. Так, ну, лук нужно аккуратненько. Так, хорошо, 90 метров именно в ту сторону, и тут у нас ничего такого нету. Ну, хотя нужно припас нам. Нужно жизни и бронь, конечно. Ближе к каду, не хотя вижу. У нас есть все-таки парочку бонусов, у нас тут есть. Так, соберем. И тут у нас ничего нету. Хорошо, вернемся снова на путь, и подниматься нужно в гору. Хотя, мне кажется, уже дошли. Так, маячок, еще один маячок. И ребята, видимо, дошли именно вот сюда.